хотела бы сказать, что у профильных международных организаций есть соответствующий мандат по реагированию на аналогичные ситуации. Вот этому мандату они должны не просто придерживаться, а должны его реализовывать. И еще раз хочу сказать, касается и международных организаций, и, кстати говоря, неправительственных институтов также, и, безусловно, общественных деятелей. Не должно быть вот такого двуличия, которое мы наблюдаем в сегодняшний день. Вспомните ваши прежние заявления, вспомните те лекции, которые вы и в прямом, и переносном смысле читали международному сообществу о том, как нужно помогать людям. Смотрите, как людям помогает Белоруссия, как официальные власти, так и просто обыватели. И да, медикаменты, просто оказание медицинской помощи. Просто посмотрите, как долго вы учили, так сказать, Минск тому, как нужно соответствовать высоким стандартам. Что же вы сейчас сами не соответствуете? Такой удачный момент. Зачем же вы дополнительно превращаете жизнь людей, которые так бегут от страданий, в ад?